привезли нам стройматериал, не стройматериал, да, а батареи. В старенький домик устанавливать будем батареи. И вот забуковали нам, значит, доставку. Это все делает одна фирма. Сантехники, они мне сообщили, что сегодня приедет материал батареи, там трубы и так далее. Мусорка моя, огляни, посмотрите, полнючая. Не забрали нам на той неделе мусор, сказали, что был гололед или снег, что-то того роде. Не смогли проехать на нашу улицу. Будем ждать теперь до среды с полными бачками мусора. Попросила его проехать дальше, чтобы я могла назад выехать на машине, если мне сейчас нужно на тренировку, потом магазин. Попросила между двумя машинами ему заехать. Смог вроде бы, получилось. Передал мне список материалов. Это батареи будем, как я уже вам говорила, в стареньком домике. Делать батареи, проводить. Я вам потом расскажу, сколько это все дело обойдется нам. На улице дождь. Тут вот батареи. Попросил, говорит, я спросила, это все накрыть мне нужно или так можно оставить под дождем. Ну, говорит, желательно эти две коробки занести, а батареи упакованы в пакет, так что с ними ничего не будет. Не приключиться с ними ничего. Не расставить, не сахарные. Подарок теперь от средней дочери Селин подкатил. Самый ценный подарок, подарок сделанный своими руками. Вот моя дочь сделала мне цветы, розы. Это две розы, да, Селин? Открыточка здесь. Ой, конверт. Я думаю, открытка. Посмотрим, что тут у нас. Так, читаем с переводом. Поздравляю с днем рождения, лучшая мама. Я люблю тебя, мама. Маме от Селин. Умничка, Селин, я тебя тоже люблю. Я-то думала, только открытка, оказывается, вон еще браслет. Я говорю, кто ж в цветы подарок прячет? Она говорит, так я сама его забыла, чтобы его туда положила. Вот теперь я крутая. Чуть-чуть себе папайю в дорогу. Это будет моя еда на ближайшие 5 часов дороги. Стараешься ее брать, когда беру. Она обычно бывает зеленая, такая жесткая. Потом дома открываю, сеточку убираю. И дома при комнатной температуре она вот так желтеет и спеет. Становится мягенькая и вкусная. Так же, как и манго и авокадо. Дозревает в комнате, так как магазин зеленый. И когда берете папайю, старайтесь брать крупные сорта. Не берите маленькие. Маленькие – это как мутированные сорты, то, что там химичат. А большая, более натуральная считается. Что я сказала? Мангу? Да нет, папайю я имею в виду. Папайю старайтесь выбирать самый крупный плод, который вы видите на прилавке. Сейчас я его кубиком нарежу себе в контейнер. Тут что-то детям буду мутить и думать, чтобы лишний раз не останавливаться, ехать быстрее. И быстрее доехать. Взяла бы всю, но что-то мне не помещается в контейнер. Я не хочу все три контейнера одной папайи наполнять. Так что эту четвертиночку уберем в холодильник. Будет ждать она моего приезда. Тронулись. Ага, тронулись наконец-то. Выехали. Как один дома фильм, помните? Вот то же самое у нас было. Также бегали, собирались. Принцесса нарядилась. Посмотрите как. Не хотела никаких теплых вещей. А я одела летний сарафан принцесса. В любую погоду остается принцессой. Давай. Забежали фастфуд, хоть и не полезно, но дети любят. Забежали, взяли детям бургеры. Ты что мордочку там крутишь мне? Бургеры взяли детям. Покажу вам сейчас свою перекусочку. Сзади синие лампы мигают. Полицейский. А, там глаз прямо. Это моя папайя, которую я готовила сегодня, фиников накидала с мандаринами. На улице дождливо у нас, 1 марта, весна нас встречает с дождиком. Едем, дорога долгая. С собой взяла сразу и воду, и
покушать детям, что я взяла? Я фрукты взяла. Фрукты взяла, печеньки взяла. А из еды, вот думаем, забежим, поедим так. И сейчас взяли, посмотрим, 5 часов теперь выдержим без остановки или нет. Но я в чем я очень сомневаюсь. Наверняка придется останавливаться с детьми. Все, пожелайте нам удачи. Едем. Проехали мы уже примерно... Сколько проехали? 250. 2,5 часа уже проехали. Еще столько же. Девчонки вроде молодцы, держатся. Девчонки держатся молодцами. Ни раз не попросились остановку сделать. Мы сами взрослые, оказывается, слабее детей. Наши детки сидят, не возмущаются молча. Мы больше капризничаем, чем дети. Остановку одну сделали. Едем дальше. Альхамдулилла, машалла, дети сидят молча, растут. Большие, можно сказать, стали дети. На улице потемнело, прям на глазах темнеет. Сколько у нас время? 7 часов на улице, но темень стоит, как будто бы глубокая ночь уже. 2,5 часа, и иншалла доедем, и получается примерно в 10 часов ночи. Я почему-то думала, что мы еще позже. Я думала, сегодня пятница, много работы. Думала, борода приедет в 7 вечера домой. Выедем где-то в 2 часа ночи только доедем. Но нам подмастило. Сегодня так много не было работы. Раньше отпустили. Так бы, может быть, вообще не поехал. Но получилось так, что одному водителю нужно было в больницу. Что-то у него было, анализы какие-то забуканные. Он уехал, пришлось Бороди ехать, замещать. Ты там боксируешься с кем? С тобой. С твоей головой. Старшая не захотела с нами ехать. Ей там неинтересно, ей там скучно. Моросит на улице. Даже толком не видно, что снимаю. Так все размыто почему-то. Так это из-за того, что дождь идет. Ну, наверное. Вот когда дочери есть хорошо, сидит, отцу массаж делает. Спину. Вот что значит дочь. А мне кто массаж сделает? Ты молодой, тебе зачем массаж? Тебе 10 лет. Я тебе сделаю, если ты устала, приедем когда. Включили дальние, и все равно плохо видно дорогу. Лишь бы олень не выбежал, не бобер не выбежал. Однажды ехали с кальмар, и бобер выбежал. Фару разбил, колесо пробил. Ну, колесо не он пробил, а от разбитой фары, от удара колесо спустилось. Такая вот история у нас однажды тоже была. Время без 10:10. Альхамдулилла, доехали рано. Хорошо доехали. Детки были молодцами. Ни раз не попросились остановиться, выйти, погулять немного, размяться. Ни раз не захотели. Я вообще удивлена. 4 года ребенку. 5 часов просидела в стуле. Не вякнула даже, можно сказать. Только спрашивала, когда доедем, когда доедем. Доехали мы или нет, без конца только спрашивали. Мы смеемся, у Селин в школе, оказывается, когда на улице играют они. Да-да, когда дают блок. Да-да! Блок взял. А на улице, когда дети играют, и без конца у персонала спрашивают, да-да, когда уже зайдем внутрь. Ну, на улице дети не хотят долго играть, хотят зайти в школу. И учитель им говорит, что если будете, каждый ребенок, кто спросит, будет добавлять, будем добавлять 5 минут за каждый вопрос. И нам один раз, говорит, 25 минут добавили, что мы бегали, всем говорили, эй, не спрашивайте время, а то у нас долго типа будут на улице держать. И сейчас едем, и спрашивают, когда доедем. Я говорю, 5 минут добавили, будем вокруг дома Тиныного кататься, не будем заходить. По 5 минут будем добавлять, говорю, время. Район сейчас бы я вам их показала, но темно, я думаю, ничего не будет видно. Завтра днем, наверное, сниму. Чуть-чуть видно. Вот.
новостройка, здесь все это новое. Новые дома отстроились на глазах наших, можно так сказать, да? Сколько мы приезжали, здесь ничего не было. И сейчас тут вот такие красивые домики. Ты вообще, Алиса! Моя Тиночка, посмотрите, мои наши любимые самсы наготовила. Это наши всех фаворит. Мы любим ее самсы. Она очень вкусно самсы готовит. Мне твоя мантоварка очень нравится. Она очень красивая. Манты приготовила. Моя рыбочка. Моя хозяюшка, моя труженица. Грана. Видишь, какой эти настоящие вот эти манты тебе грузинские. Грана. Хачапури. Всем привет! У нас утро, с утра мне... У меня сегодня день рождения, можете поздравлять меня в комментариях. 2 марта мне исполнилось... Сегодня 2 марта мне исполнилось 38 годков. И моя подруга постарела, говорит, спасибо. И сегодня моя подруга для меня спела с утра песню. Мы вчера с ней много политику обсуждали, поэтому с утра она мне политическую песенку спела. Сейчас мы будем мариновать. Я вам покажу, я буду заниматься маринадом. Я сегодня ответственная по маринаду. Замаринуем мы сегодня курицу, рыбу и мясо. Ты что там ищешь? Приправы? Так, Тина достает мне приправы. Передает свою кухню мне. Я буду сейчас тут хозяйничать. Прикинь, а я сделала 3 метра еще кухни. Мне вообще лесенка нужна дома, чтобы по шкафам лазить. Ты ко мне будешь ехать? Лестницу мне стремяночку привези в подарок. Хорошо. Не проси, скажи, подарок. Я уже сковородки подарила, скажи. Мне надо, знаешь, кому? Подожди. Мне надо чики заказать. Он же плотничество любит. Скажи, брат, сделай мне лесенку. Да. Черным. Ты тут помоги ему черным. Покрась только черным ее. Да, 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 да. Вот у нас, значит, сегодня мяско, курочка и рыбочка. Вот будем сегодня это все грилить на мангале. Я вам покажу потом. Сейчас можно, кстати, снять, пока светло. Потом будет тем... Хотя есть свет же во дворе даже? Да, конечно. Ты хочешь помочь мне упаковочку снять? Да, конечно. Детей отправили гулять с отцами в магазин. Сейчас сами в тишине будем заниматься маринадом. Отцов, так сказала, отцов. Батик отправили. У тебя нет перчаток одноразовых? А что, нет у меня? Нету? Ну ничего страшного. Придется руки запачкать. Курица придется снимать. А такая вот филешечка у нас. Лосось, я думаю, называется на русском норвежский. На шкуре, наверное, да? Да, обычно на шкурках. Я сделаю 3 части из нее, чтобы, когда переворачивает, она не рассыпалась у нас. Сейчас мы ее только для начала сполосим. Так. Праздник живота. Будем баловать себя сегодня. Ты искусница везде, да? Мария искусница. Искусственница. Ничего нет на мне искусственного. Натуральная красота. Так, курочку ты мыла, да? Конечно. Все это мы делаем, только маринуем. Конечно. Это мясо мы вот это помоем, это мы начинаем. А это будем кусочечками. Это помыто все. Да. Так, надо резать. Мы его сделаем, знаешь, что? Не надо мыть. Нет, чтобы она не сжалась. Она от горячего огня может сжаться. Я чуть-чуть испугался. Тебе лучше знать. Ты, Мария, искусственница. Угу.
все это мы будем сразу мариновать и на огонь. Только недолго его, да, надо, а то пересохнет. Да, да, да. Говядину не нужно сушить. Если подсушим, она будет жесткая. Это пацаны будут грилить. Мы будем контролировать, чтобы они не высушили, но. Так, баранина. Вкуснятина обычно бывает очень сочная. Ее как есть, мы замаринуем. Прям тут оставлю. А, это барбекю хейвержу буду, да, же? Угу. Тогда с двух сторон маринуем. Все, вытаскиваем и назад потом закладывать будем. Надо чашечку помыть теперь, угу. А то она оттекла, вода. Угу. Мы сольем сейчас ее. Сегодня у нас праздник живота. Завтра будем думать о похудении дальше с вами. Сегодня нарушаем. Вчера у нас было здоровое питание, здоровое начало дня. Сегодня у нас нарушение, день нарушений. Я решила приехать, мы так решили, что я приеду где-нибудь в Кальмар и лучше здесь посидим. Так справлять особо-то я не справляю, мы приехали просто посидеть, а не день рождения справлять. Мы справляем. Ну, мы не справляем. Мы справляем. Вы справляете? Мы твой день рождения. Хоровод водить будем? Да. Так, это мы делаем на шампуре, да? На шампуре режем? Да. Хорошо. Тюльпаны приехали весенние. Вот когда в марте рождаешься, ассоциируется с весенними цветами. Не стала с пакета вытаскивать. Домой заберу. Не буду тебе оставлять свои цветы. Все, едем дальше. Барбекю крылья насыпали. Тут у нас что? Черный перец. Давайте немного черного перца добавим. Так, все мы сделали. Теперь вторую сторону будем делать. О, дочь! Аккуратненько на пол падает. Ага, ты Даду попроси, он удалит. Думаю, открыть так курицу. Тина говорит, оставь целиком. Я думаю, раскрою ляжки таким вот образом, чтобы быстренько сык-сык и готово было. Чтобы надолго не ждать. Крылышки, ага, крылышки, ножки, ножки. И окорочку. Почему окорочка называют? Не знаю, блин. На туре. А голяшки будем. Ляхи. Последний штрих. Рыбка пошла. Готовы наш маринадик. Сними вон еще те наши кастрюльки. Всё, так, рыбку куда ложим? Ага, тут тоже, да? Такая прикольная. Ты ее где купила? Я не помню. Такая красивая. Намек поняла, да? Помни, чтобы с ней приехала. Собери. Собери ее. Я шучу. Едем с Тиной и возьмем Раяну с собой. Попроведать тут нашу одну знакомую. Тут в Кальмар живет наши еще одни семейные друзья. К ней на чай хотим забежать. Подожди, я подкрашусь. Юля-ля-юля-ля-люля. Хорошо, тепло на улице. Сколько градусов у нас сегодня? Я всегда своим подписчикам сообщаю, сколько у нас градусов. Они знают, какая у нас погода и сколько у нас градусов. +3. +3? Ну, почти как у нас в Стокгольме. Поехали? Поехали.
немного сниму вам кальмарского колорита. Город называется Кальмар. Чуть ближе к Тине, там очень красивые дома. Я как-нибудь на обратном пути постараюсь их заснять. Новостройка. А вот здесь уже старые дома. Да, это старая постройка. Это многоквартирные дома, кондоминиум. Это вроде что-то на более современном. Нет, это старый дом, но они его ремонт, да, сделали. Сейчас направо. Золотой петушок какой стоит. Как, как леденец советский. Это, по-моему, как его называют? Чиркян. Да? Да, церковь. Это церковь. Путь в церкви не нужен точно. А, католики, они, наверное, этот, католическая же церковь. Они мне бесят, если честно. Они мне не подходят по теме. Мама, как ты его? Ты пойдем до академии. Витя, Витя, Анна! Да, вроде. Она грудь. Так вот, красивый стол нам Фатюня накрыла. Да-да-да. Натюрмор ее посмотрите. Дизайн ее цветов посмотрите. Чашку кофе. Ванна. Вербы, да? Ага, сама варенье делает, сама капусту солит, лечи сама делает. Это очень удивительный феномен для шведской женщины. У нее характер тоже такой хороший. Я тебя прошу, снимать. Пошел барбекю нажариться начал. Какой аромат пошел. Тут цивилизованная барбекюшница. Углей не нужно. Кнопочку нажал и готово. У нас-то все по-деревенски. Мангал на газ, на газе, или как правильно сказать, на газу. А еще склонять правильно нужно. Специальный такой Сергей. Вот градусник 50-60. 72. Ага. Баранина, да? С костями? Ага, на кости. Да, ага. 72. 65 ага. Делает этот. Мякоть. Да, уже почти. Супер, вообще как все цивилизовано у вас тут, а? Как красиво. Братишка мой мне шашлычка сегодня на день рождения жарит. Весь район будет знать, что мы празднуем. Запах пошелся по всему Кальмару. Принеси чак, готовое мясо. Тут рыба еще идет у нас. Все, идем, готово. Красота, да. А то высохнет, вытаскиваем, да. Все, готово. Готово, да. Какая лампа у него, посмотрите, крутая такая вот. Все условия у этого человека. Неплохо обустроился тут у меня в Кальмар он. Двор у них такой красивый. Ага, смотри, я думала, не будет видно. А когда на камеру снимаешь, телефон, оказывается, свое освещение какое-то делает. Очень красиво.
Район классный вообще, мне очень нравится у них. Свой дворик, газон. Это задний двор. Это вход домой. Рыбу в конце будем долго. Желаем всем приятного аппетита. Получилось супер, да, классно получилось. Это рыбка наша. Тут баранина и говядина. Хороший свет. Я включил этот тогда свет. Так вот сидим мы, такой вот нашей веселой компанией. Выехали. Двигаемся в сторону дома. Назад уже веселее ехать, так как светло на улице. Можно вам немного хоть показать местный колорит. Не знаю, что это за... То ли ветряная мельница, то ли это энергию добывающая мельница. Не знаю, понятия не имею, что это вертится. Знак Мерседеса вертится, в общем. И там, их тут много. Это там. С такой вот надписью Evening Share означает, что ученик за рулем. Это значит, что либо мама, либо папа обучает своего ребенка ездить на машине. То ли мама, то ли папа. Какой красивый здесь райончик. Такой недельный курс проходишь, и тебе дают такое разрешение на то, чтобы ты мог обучать ученика своего, ребенка или, не знаю, может, племянника тоже можно. Может, кого угодно можно обучать, не знаю. Заехали мы в свой Стокгольм, свой любимый. Большое спасибо за просмотр, спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы лайкаете, подписываетесь и не стесняйтесь комментировать. До скорых встреч, пока!